Сегодня городскому дому культуры исполняется 70 лет. У них сегодня юбилей. Давайте же зададим нашим горожанам несколько вопросов о этом прекрасном доме культуры. Как пройти в дом культуры? Прямо. Прямо и налево. Ну, пройти совсем просто, потому что он находится в самом центре нашего города Гансовичи, и я туда часто хожу. По дорожце и налево. Ну, налево у сенсе таким, что он там находится, а не у неким меньшим. Как часто вы бываете в городском доме культуры города Гансовичи? Часто, ежемесячно, постоянно. В Доме культуры я постараюсь быть очень часто, потому что у вас очень замечательные, прекрасные мероприятия проходят. Ну и, конечно же, я обожаю наших работников Дома культуры, которые у нас очень творческие, замечательные люди. Что для вас значит городской Дом культуры? Ну, Дом культуры для нас это такое место, где всегда весело, всегда классно, где можно время провести с семьей, с детьми, сходить на какое-то мероприятие. Ну, в первую очередь, это учреждение, с которым сотрудничает наше дошкольное учреждение. Во вторую очередь, это место, где я могу развивать свои способности. И делаю это давно, с большим удовольствием. Ну, для меня Дом культуры значит, я бы сказала, очень многое. Во-первых, с Домом культуры я связана, начиная со школьных лет. Когда-то я посещала танцевальный кружок, который работал на базе городского Дома культуры. Также в течение 4 лет активно посещала танцевальный коллектив «Кукареку», моя дочь. Ну и потом, когда я начала работать в школе, то я считаю, что городской дом культуры города Гансовичи – это центр творчества, это место, где встречаются самые творческие, самые активные учащиеся нашей школы. А школа номер 3 – это активные участники всех творческих проектов, всех творческих мероприятий, которые проходят на базе городского дома культуры. Поэтому, по-моему, без Гансович дом культуры, вроде бы он такой скромненький, не бросающийся в глаза, но люди там работающие, по-моему, большие энтузиасты, потому что они проводят большую культурную работу во всем нашем районе, да не только. И прославляют Гансовичский район и в области, и в республике. С самим словозлучением «Дом культуры» находится великий сенс. Дом и культура. Культура и дом. Дом – это нечто близкое и родное. А культура – это то, это мова, это традиции наших предков, это фольклор, и это сучасная наша музыка. Навод не ведаю, як тут выразить, что значит для меня Дом культуры. Дом культуры, потому что я там працавал. Ну, менавіта не в гэтым, але часто доводилось выступать на сцене этого Дома культуры, потому что сам працавал шмат годов у культуры. Мне вельми близко эта праца людей, и я хочу... Ну, я ведаю, что у вас юбилей, и хочется с этим поменьшовать у всех работников культуры. Я хочу звернуться до жыхару Гансовичского района, жыхару города Гансовичи, каб яны разумели, накольки это складаная праца. У той час, коли усе мы святкуем нечто, этим людям приходится працавать. Это и Новый год, это и разные мероприемства, им приходится працавать для того, чтобы у нас был добрый настрой и отчувание, ну, отчувание пригожего. Вы знаете, Дом культуры, наверное, это то учреждение, где как раз-то мы можем отдохнуть, насладиться теми замечательными номерами, которые люди нам могут продемонстрировать. В народе есть такое выражение – все дороги ведут в Рим. А куда же все дороги ведут в нашем городе? Все дороги ведут в Дом культуры. Все дороги ведут в Дом культуры. Так как он находится в центре, все дороги ведут в Дом культуры. Я считаю, что в нашем городе очень культурные люди. Поэтому все дороги в Гансовичах ведут в ДК. В нашем городе все дороги ведут в Дом культуры.